Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области располагает сведениями о том, что гражданин Российской Федерации Михалев Владислав Николаевич, являясь начальником отдела мобилизационной подготовки гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Саратовского филиала ПАО «Ростелеком», имея допуск государственной тайны по второй форме, в нарушение требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне в период с сентября 2012 года по май 2019 года, осуществлял хранение и обработку в электронном виде документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, нанять арестованного в установленном порядке средств вычислительной техники, имеющим подключение к сети интернет, то есть в условиях, не исключающих возможности ознакомления с ним других лиц. Данных о том, что указанные сведения стали достоянием других лиц, не получено. Указанные действия создают условия для совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разглашение государственной тайны». На основании изложенного, в соответствии с пунктом Г2 части 2 статьи 13 и статьей 13.1 Федерального закона от 3 апреля 1995 года номер 40 ФЗ Федеральной службы безопасности в целях предупреждения совершения преступления Михалеву Владиславу Николаевичу объявляется официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 Уголовного кодекса Российской Федерации. Настоящее официальное предостережение может быть обжаловано в вышестоящие органы Федеральной службы безопасности, прокуратуру или суд. Это вручается вам на эти годы.